Впечатление имело просто великолепное, потому что праздничная атмосфера, очень доброжелательные люди, все радуются празднику, и мы тоже здесь, находясь, получаем большое удовольствие от того, что мы видим, от того, что мы слышим. Очень многие к нам подходят и расспрашивают о наших работах, мы с удовольствием рассказываем. Я привезла с собой качество нашей Республики Беларусь. Вот у меня здесь рушник, который я сама соткала. Вот, это бранное качество. У нас рушники в основном белые, с красно-черными. Здесь, допустим, красно-белый рисунок. А у нас очень много всяких рушников. Вот, допустим, посмотрите, здесь красно-черные. Еще используются различные цвета и другие, желтые и синие нитки. Ну, так как я живу на севере Беларуси, поэтому у нас более светлые. Наш бренд, наш самый такой традиционный вид ткачества – это ажурное. Именно его я восстановила. Оно уже было внесено в список памятников. Вот. В 2013 году внесено было в список уже нематериального наследия. То есть я восстановила. В 2020 году получила грант президента Республики Беларусь на развитие, восстановление этого ткачества. Вот, значит, само по себе это качество очень уникальное, потому что оно несет в основном декоративный характер, оно такое нежное, показывает нашу Беларусь, какая она холодная в зимнее время, что у нас снега, и вот посмотрите, полностью весь рушник, здесь нет никакого другого цвета, кроме именно белого качества. Ну, что еще можно сказать? Можно сказать еще о том, что также мы привезли сюда такой уникальный и наш традиционный вид, как соломоплетение. Эти изделия, соломка сама по себе, это природный материал, который растет на земле, ее срезают, потом используют уже в работах. Посмотрите, какие интересные, уникальные работы. Ее обрабатывают, срезают, обрабатывают, и потом из нее, так как материал очень нежный, тонкий, и из него делают различные работы. Как объемные можно делать, так можно и плоскостные. Великолепные работы. И я не сказала, что вот это работы мастера Раисы Романения. Мы с ней являемся народными мастерами Республики Беларусь. Вот. И, естественно, мы прославляем наши родные традиционные изделия. Соломоплетение также внесено в список нематериального наследия в 2020 году и также внесено в список ЮНЕСКО. Вот. Ну, что можно сказать, из соломки можно делать все, что угодно. Как картузы, это наш традиционный такой головной убор, также куклы, различные корзинки, но они более декоративные. Головные уборы, это уже современный вид, так как надо развивать наши традиции, поэтому мы придумываем различные формы плетения. Допустим, таких кукол раньше не было, это уже как бы современный вариант. Вот, допустим, если рушники, они традиционные в технике плетения, то, допустим, вот куклы, там шляпы, да, вот шляпы такие носили. Это уже образ, так сказать, для мужчины. Летом в таком головном уборе голова не потеет, и у них работали, и на праздники ходили. То есть все зависит от размера и формы. То есть, допустим, это более праздничный вариант, а такие шляпы носили мужчины как бы широкими полями, чтобы закрывалось солнце и было удобно работать на поле. International Festival of Handcrafters, Kokand 2023.